Аллилуйя! Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему Господу! Доброе утро всем, братья, сестры, всех приветствую, благословляю именем Господним во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Вот так вот у меня такое мессианское, православное такое сейчас оформление православное и с еврейским мессианским талидом. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Аллилуйя! За доброе утро это. Благодарю тебя, Господи, за этот прямой эфир. Аллилуйя! Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо тебе, Господи, спасибо за верность и отцовскую любовь. Аллилуйя. Доброе утро, товарищи. Кстати, товарищи, это не коммунисты слово придумали, это евангельское, это библейское слово. Вот, просто коммунисты испохабили это слово, к сожалению, но мы товарищи, на самом-то деле, они лжетоварищи. Вот, все коммунисты, социалисты там и прочие там извращенцы, которые превращают, извращают всю систему вещей этого мира и Божьего бытия, отвергают начальство, а над нами ведь и есть начальство, над всеми. Сам Бог всемогущий. Он есть начальник всех начальствующих. Спасибо тебе, Господь, за это доброе утро, за благословение твое. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо тебе, Господи, спасибо за верность и отцовскую любовь, за то, что ты единственного сына пролил святую праведную кровь, за то, что ты единственного сына пролил святую праведную кровь. Видел глаз людской и слышали уши, как страдала невинная плоть, чтобы знали все грешные души то, как сильно всех нас любит Господь. Чтобы знали все грешные души, все люди на свете, то, как сильно нас любит Господь. Аллилуйя! Боже всемогущий, сегодняшним утром обновляется милость Твоя, и это обновление пусть совершится здесь в разуме, в сердце нашем. Пусть совершится оно, Господь, прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Боже, действительно, потому что Ты возлюбил мир и отдал Сына Своего за нас. Как с этим Ты не дашь и всего? Ты искупил нас от греха, Господь. Ты искупил, Боже, от всякой болезни, от нищеты, от всякого проклятия. 2000 лет назад это все было совершено ведь уже тобой. Помоги сегодня нам трансформироваться, помоги нам сегодня реформироваться, помоги нам сегодня уяснить для себя это. Паки и паки, что называется, снова и снова, вновь и вновь. Помоги это сделать с еще большей силою, большей глубиною. Богопознания. Познание Тебя, потому что, Господи, действительно, мы не знаем Тебя. Мы знаем Тебя лишь настолько, сколько Ты открываешь нам себя самого, свою доброту, свою любовь, свою ласку. Но, Боже, пусть Господь сегодняшним утром еще больше будет открыт, Господь, этого благоволения Твоего. Слава Богу Тебе, Господь, слава Тебе, Господь, слава Богу всемогущему, хвала. Аллилуйя, аллилуйя. Приветствую, братья и сестры, доброе утро. Сегодня молюсь этим утром о трансформации нашего разума, о перестройке, переделке, о таком евроремонте нашего сердца, нашего разума, еврейском ремонте нашем.
Аллилуйя. Петр Синица, привет. Привет, даже пишет два раза. Инна, Иночка, шалом всем домашним нашим. Приветствую детишек всех. Доброе утро, Сережа. Шалом. Аллилуйя. Спасибо, что подключились сегодня. Вот, и благословляю всех вас. И действительно, спасение наше, исцеление, благословение все, освобождение, все по вере совершается. Это борьба здесь и здесь, в разуме, в сердце человеческом. Недаром еще Федор Михайлович Достоевский говорил в том самом своем далеком уже от нас 19 столетии, когда раньше мы говорили в прошлом столетии, то имели в виду 19 столетие. А теперь говорим в прошлом столетии, имеем в виду, конечно, 20 столетие. Вот так вот. Так что, получается, я родился в прошлом столетии. Да, интересно. Но в позапрошлом столетии Федор Михайлович Достоевский очень мудро заметил, что идет сражение, он писал, не помню дословно как, идет битва, да, и поле брани сердце человеческое. Поле битвы сердце человеческое. Бог, дьявол, идет сражение. Но не то чтобы инь-янь там, или не то чтобы там имелось в виду, я не думаю, что Федор Михайлович, имея христианское самосознание православное, он мыслил, что идет борьба, знаете, как вот порой в рисунках видели, наверное, да, в сети. У меня среди друзей там одно время часто были перепосты такие, я как бы, ну, не перепащивал у себя, не переопубликовывал, короче, у себя там на странице такие картинки, потому что они мне как-то с самого начала не по нраву были. Вот, и я размышлял, что ж там, как бы такого, ну, почему людям нравится эта картинка. С одной стороны, там Иисус, такой, как бы такой, да, мускулистый такой, парень такой, Jesus такой, значит, да, вот. А с другой стороны, сатана, такой тоже мускулистый такой, там все там рогатый, все как, ну, все при нем, как бы, да. Вот, значит, и они там между собой там на руках, как называется это, вид борьбы-то, забыл там. Ну, короче, на руках ведут борьбу. И так вот не поймешь, кто кого, короче. Ну, там за Иисусом там светлое, все там будущее нарисовано, как бы там радужное. За дьяволом, конечно, все там такое мрачное, красное такое, там адское такое. Но не в этом дело там, а в том, что вроде как получается они на равных. Там, вот кто кого, как бы, и не могут никто один другого побороть. Картинка, почему мне вот сразу она не приглянулась, она красивая, это зрелищная, конечно, да. Так оба как бы шокируют. Но на самом деле нет такой борьбы. Иисус не сражался вот так вот, чтобы там потеть, вот так вот, чтобы там вот с дьяволом на равных. Нет, абсолютно это не равно. Абсолютно нет справедливости здесь. Есть Божья любовь. Да. Где Божья любовь, там нет справедливости. Там Божье милосердие. Бог всех любит нас. И Он сражается как? С словами уст своих. Он сражается каким образом? Своей любовью. И Он победитель. Изначально Он от века сущий. И плюс еще, Он от века закланный агнец. Это великая тайна. Вот. Если для человеков это уму нашему непостижимое, то для дьявола и всех ангелов это тоже непостижимо, конечно. Но чуть больше знают эти товарищи, которые нам совсем не товарищи. Но божьи ангелы еще больше знают, конечно, но тоже... Они нам товарищи, но скажу, что, конечно, их ангельский разум тоже не в состоянии вот это Божье все милосердие значит, познать. Так что, друзья, да, слава Богу, шалом, Иисус, али Господь, аллилуйя. Сейчас я здесь выключу. Вот. Аллилуйя, аллилуйя. Света Дьяченко пишет, да, Иисус, Господь. Дьявол поражен, а мы любим всех. Аминь, аминь, аминь. Это точно, вот, это наша гражданская, небесного гражданства позиция. Аллилуйя. Это позиция граждан Царства Божьего. Действительно, вот, очень хорошо выражено. Иисус Господь, да, значит, шалом, все. Дьявол побежден, а мы любим всех. Аминь. Очень коротко, четко и ясно, тезисно, так тюх-тюх-тюх-тюх разложено. Вот, и, дамы и господа, братья и сестры, товарищи, я вначале сказал, что в Библии есть слово «товарищи», это библейское слово, это христианское слово, собственно, коммунисты и социалисты и прочие там
мерзопакостники, они лишь похитили это слово, вот, и опошлили это слово, к сожалению, да, и оно до сих пор ассоциируется часто с коммунизмом, со всеми ужасами коммунистического, этого тирании, но на самом деле это лжетоварищи, а настоящие товарищи, это которые Христу товарищи, которые во Христе товарищи, которые Божьи товарищи, будем так говорить, слава Богу. И в Ветхом Завете как раз тоже говорится там о товарищах тоже. Так что интересное слово «товарищ». Вот, это не товар «ищи», это товарищ, значит, близкий, соработник, деятель, делатель, слава Богу. Так что, друзья, дамы и господа, товарищи, братья и сестры, сегодня, совершая причастие, я рассуждаю, знаете, о чем? Вот действительно о... Сейчас чуть приоткрою здесь. Вот. Рассуждаю о вот этой благодати, нашей трансформации. То, что 2000 лет назад произошло, а сегодня, сейчас оно в этом мире реализуется и раскрывается в нас, верующих. Роман пишет: «Шалом, народы Украины, да благословит вас Господь, аллилуйя, аминь». У меня на будильнике, на вот это, на бандуре играет музыка: «Боже великий единый, нам Украину храни». Воли. Я слышу это, пробуждаюсь под эту музыку и очень благодарен Богу за эту молитву, вот такой духовный церковный гимн такой Украины. Так что молюсь и благоставляю, как в той другой песне поется, уже современной такой песне поется: «Боже, я молюсь за Украину, Боже, молю Тебе за людей, Ты их прости, Ты их спаси. И милість свою нам яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму під небесами. Радість і мир ти дарував, життя за людей віддав, в книгу життя нас записав. В твоєму слові живому ти для життя, для людей веління дав, щоб люди всі молились тому, хто на хресті за них, за нас вмирав. Алілуя, алілуя, слава тебе, Господь, слава тебе, святой і праведний Бог. Читаю, кстати, вот Евангелие, читаю українською мовою, тоже размышляю, очень... Такой певучий язык, мова украинская, певучая такая, я удивляюсь. Кстати, если вот сегодняшний текст, который хочу прочитать, если попробовать на украинском мове прочесть. Ну, надо было заранее готовиться, потому что я не так еще хорошо читаю. Вот. Когда читаю текст несколько раз, размышляю. «Спокон віку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було спокон віку в Бога. Все через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. У ньому було життя, і життя було світлом людям. І світло в темряві світить. І темрява не огорнула його». От коли читаєш, допустим, от на різних язиках, да, то как-то какой-то смысл другой. Тьма не об'яла його, да? А здесь такой оборот, такое красивое такое слово. Вот это огорнула, не огорнула його. Був чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іоанн. Він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світло, щоб усі увірували через нього.
він не був світлом, але був посланий, щоб свідчити про світло. Було світло істинне, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. Алілуя. Алілуя. Это как песня, вот спеть можно даже эти слова прекрасные из Библии. Аминь, Роман пишет, аминь, аллилуйя. Благословение Господне вам. Я сегодня в этом причастии утреннем, в хлебопреломлении, знаете, вот сейчас в таком духовном переживании размышляю о перестройке, о новом мышлении. Действительно, потому что Господь, Он хочет этого. Покаяние, само слово. Вчера я на служении, кто был, или трансляцию, кто видел, трансляцию вчера я делал, она сохранена, кстати, вчерашняя трансляция, прямо со служения. Там не получилось у меня разбить на части, все как бы одной частью, все в одном файле. Поэтому там длинно получилось очень, но ничего. Там можно просмотреть хотя бы так эпизодично. Как раз и я, ваш покорный слуга, тоже делился словом вот этим. Ризник, да, значит, наш епископ Кифа. И отец Виктор тоже был с Черкащины, Звенигородка. Вот, слава Богу, делился вчера словом. Он такой дар имеет учителя. Очень хорошее слово такое, очень насыщенное, как раз, вот, о трансформации разума, о реформации нашего сердца. Аллилуйя. Роман пишет, пастор Сергій, приємно те, що ви стараєтесь вчити мову. Слава Богу, хай дарує вам мудрість. Аллилуйя. Дякую. Дякую, брати. Аллилуйя. Мені мова українська дуже подобається. Вона така півуча, така квітуча, така вообще, ну, не знаю. Я просто наслаждаюсь, не знаю, наслаждаюсь і удивляюсь. Некоторі слова такі прям от хоть на хліб маш, як хумус єврейський. Це вообще, ну, цимис самий. В значеннях этих слов потрясающих. Вот, и я верю, что на небеса, ну, какой рай без украинской мовы, без русского языка, без там других языков наречий, без, конечно, еврейского там, значит, все языки, все племена, все народы принесут вот это вот, всю славу свою, да, принесут на небеса. Бог почему хочет народа уничтожать, да, значит, потому что он не хочет, чтобы эта слава, дьявол, хочет уничтожать все народы, почему? Он не хочет, чтобы Богу вся слава эта была принесена однажды, но она будет принесена, 100%. И вот, чтобы Богу славу всю народы принесли, в народах должна произойти трансформация, реформация. И как она на личном уровне происходит, так она происходит и на общественном, на общенациональном уровне происходит трансформация. Городском, там, областном, там, на разных уровнях происходит, семейном уровне. Вот, и трансформация личная, такая реформация в разуме, как она происходит. Вот постепенно я вот, мне помогает очень причастие. Я вот сегодня тоже приготовил чашу. У меня здесь приготовил виноградный сок. Купил я еще перед шабатом несколько пачек, так что с запасом даже купил. Вот, чтобы размышлять. И у меня вот хлеб. Остатки вот той шабатней халы, плетенки. Вот, приготовил себе хлебушек. Вот, для причастия. Самое, ну, для меня помогающее вот именно эту трансформацию, реформацию проходить, это как раз вот Евхаристия, хлебопреломление, причастие. Вот это осознание, что Христос во мне, а я в нем. Вчера делился в церкви, на служении у нас, что в собрании, что... метаноя, вот это слово греческое, переведенное как покаяние, да, оно буквально означает новое мышление, перестройка. Оно означает именно перестройка, переделка, такой как бы евроремонт, такой еврейский ремонт в смысле. Не европейский, а евроремонт, говорят, это еврейский ремонт. А как еврейский ремонт делается, знаете, да? Я у себя в церкви об этом говорил одно время часто. Берем Божье слово, берем Библию, да, и вникаем в себя,
первую очередь, будем честным, то есть самим собой, вникаем в учение, занимаемся с ним постоянно, и этим мы и себя спасаем, и окружающих. То есть и нам хорошо, и тем, кто вокруг нас хорошо. Почему? Потому что происходит перестройка, переделка, происходит молотом Слова Божьего, какие-то перегородки, какие-то ширмы, какие-то такие преграды. Понастроили, понаехали эти бесы, понастроили здесь, вот, значит, понаставались, им место не все, они уже не понаставались, бесы эти, но то, что они понастроили, порой это, все это рухлядь, вся это старье, все это, все эти перегородки какие-то, вот, поэтому молотом Словом Божьего берем и все эти перегородки, все это не нужно, ломаем, выносим этот строительный мусор, этот хлам весь этот, значит, от бесовских этих самостроек этих всяких, как вот в Чебоксарах, в моем родном городе, где я родился, в Поволжье, там такой район был такой, он назывался Нахаловка, у нас так, как там он еще назывался? Я не помню официальное название, там район Фрунзе, по-моему, забыл уже, честно говоря, я еще пацаном совсем был. Вот еще в школу не ходил даже. Да, значит, и... Но район назывался вот дальше, который, вот, где бабушка жила, а вот дальше шел район, он назывался Нахаловка. Почему Нахаловка? Я потом только узнал. Я думал, там нахальные люди, вроде люди нормальные, вроде. А почему Нахаловка? Потому что люди нахально, просто самостоятельно, еще там в 60-е годы, как раз вот начали застраивать все. Захватывали землю, выкладывали печку, стенки, перегородки какие-то, и к утру уже из печки уже шел дым. А потом мне рассказали, что, оказывается, там было такое, как бы, постановление, что ли, по республике и по РСФСР, значит, уже, что если печка есть и дым идет, из нее уже все, уже сносить постройку нельзя уже. Вот, значит, и поэтому они нахально захватывали землю, печку выстроили за ночь буквально все. Вот, значит, там какие-то перегородки, такие, времянку такую. Вот, и все. А дальше уже шло строительство дома уже, вокруг этой печки. От печки танцевали, от печки строились. Вот, значит, и вот так вот целый район вырос. Вот, и там потом родители рассказывали, бабушка рассказывала, что утром встаем, о, и еще там несколько печей уже топятся. Уже, значит, уже, значит, домики стоят такие, собачьи будки такие, какие-то непонятные там, значит, или времянки какие-то. Другим утром встаем, еще несколько домов. И так вот прямо на глазах, прям целый район и вырос. Вот, значит, и, значит, ну, приходили власти, там ругались, значит, все, участковые, все. Ну, а что, закон есть закон, сносить нельзя уже. Уже люди живут уже там. Вот так Нахаловка и выросла. Огромный район в Чебоксарах. Вот, значит, не знаю, как в других там городах, а вот в Чебоксарах было так. И вот дьявол, он так вот строит свою Нахаловку в жизни людей. Вот, и строит уже тысячелетия. Но когда приходит Иисус в наше сердце, все эти нахалы уходят. Вот, значит, никого не остается. Но то, что они понастроили, порой это, я представляю, это целый район. Это надо все сносить. Просто брать бульдозер Слова Божьего, брать молот Слова Божьего, все это ломать, уничтожать и вносить. Просто весь этот хлам, строительный мусор, весь этот бардак. Потому что Бог хочет, у него есть генеральный план застройки нашего разума, нашего сердца, нашей души. У него прекрасный план, он прекрасный архитектор, инженер. Он посмотрел все, этот район, это все надо сносить. Здесь все сносить и строить дома нормальные, хорошие. Это будет дворец целый. Какая Нахаловка? Это будет Божий град. Если будет Божье место, Божий сад будет. Аллилуйя. Слава Богу. И, дамы и господа, вот как раз, вот я говорю, вот так у себя в церкви рассказывал об этом, когда, ну, давно уже я делился и говорил, что вот, говорю, для меня это настоящий евроремонт, настоящий еврейский ремонт. Беру Слово Божье, сношу все эти преграды и расчищаю и строю тут же, и строю уже по Божьему генеральному проекту, уже по тому, как он открывает, по кому, как он показывает. И да, Нахаловка какая в голове человека? Вот такой наглый, вот этот дьявольский самострой, значит, без всякого там одобрения свыше, это вот его просто произвол, просто беспредел. Какой? Что ты больной, ты несчастный, ты оставленный, да, это все его самострой. Ты, значит, неудачник, ты грешник, и тебе нет прощения никогда, все. Люди настолько порой с ума сходят просто от этих всех проблем. Вот, значит, но
когда мы сносим это все эти перегородки различные Словом Божьим, то мы строим дворец. А дворец этот строится из каких прекрасных вещей? Ты исцелен, благословлен. Бог говорит, я люблю тебя, ты любимый Сын Божий, Дитя Божье, Дочь Божья. Бог строит вот в нас, ну мы строим их вместе, богочеловеческий процесс, это все, друзья мои, богочеловечество, слава Богу. Вот, и я там порой там сравнивал, тоже, кстати, еще раньше у себя в церкви, это знаете, с чем? Брал пример всяких там даже сказок порой таких и всяких легенд, ну чтобы было убедительно, понятно людям. Там легенды были эти, Геракли, помните, да, Геракл, он, значит, там совершал подвиги всякие, там, в античности, там, воспевали этого персонажа, вот, ну и сейчас тоже, как бы, время такого некоего обращения к античности в кинофильмах видим, вот, и этот Геракл, значит, он там эти конюшни однажды очищал, да, конюшни. И он понял, что да, хотя он там такой супергерой там что-то древности, но даже ему не по плечу было это. Там в этих конюшнях столько всего там нагадили, что, короче, ну он понимал, что здоровья у него не хватит просто все это вычистить. Вот и, но он был хитрый. Он сообразил, хитроумный грек. И он еще что сделал? Он там прокопал русло и, короче, пустил реку. Русло реки, значит, прямо на эти конюшни. И вода просто сама все вымыла эти конюшни. И вот говорю, тысячелетиями дьявол столько нагадил в человеческом роде, что это просто человечество, как вот выгребная яма. Человечество это как возле лежит, вот такое выражение библейское, если использовать точнейшее. Вот, действительно, зло на зле и злом погоняет. Но по-человечески невозможное возможно с Богом и возможно Богу. И с Богом все возможно действительно, потому что Богу все возможно, Он всемогущий Бог. И вот прокопаем Божье вот это русло реки, направляем в наш разум, в наше сердце. И эта река Божья просто вымывает, вычищает все. То, что нам по-человечески лопатить, не перелопатить. Нам сделать, не сделать это все, потому что это слишком огромный объем задач. Вообще невозможно, даже каждый из нас, даже самый важный, не поднимет простое пятивершковое бревно, да? Тем более дом пятиэтажный, помните Маяковского. Вот, а действительность это, каждый из нас там, значит, ну, надорвется на этой работе и не способен изменить себя. Философы, мудрецы древности и современности порой призывают спасти себя сам, но наше спасение от Господа, и вот эта Божья река. То есть, проще говоря, доверь Слову Божьему вымыть тебя, доверь Слову Божьему и Духу Святому очистить тебя, освободить тебя. И прямо сейчас, вот в этом хлебопреломлении, в причастии, в Евхаристии, очень хорошее время для того, чтобы, знаете ли, вот кровь Иисуса Христа, 2000 лет прошло, 2000 лет, только вдумайтесь, друзья, сколько уйма времени прошло, сколько поколений прошло. Но, чтобы активизировалась вот эта опция, нужно избрать. Активизировалась кровь Иисуса Христа, нужно сегодня нам в этом размышлении снова и снова осознать. И это для себя провозгласить. Евангелие не только для посторонних, но и для самого себя. Напоминать, это очень важно, что кровью Иисуса Христа я спасен. Кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, я омыт от всякого греха. Я исцелен. Несмотря на то, что там по-человечески могут, допустим, быть разные мысли, да, сейчас шальные, вот от той нахаловки еще, от того самостроя бесовского, вот, тебе нет прощения, всякие перегородки, много-много, одну сломал, другая стоит, еще стена, ее ломаешь, там смотришь, еще какая-то стена вдруг появилась, вот, и всю жизнь ломаешь что-то, вот, и, значит, и позволяешь, вот, действительно, Божьему быть здесь строительство, Божьему саду, вот, и там, где была помойка, как вот Винница, не раз там бывал, и бывал в том числе в баптистской церкви. Кто был в Виннице, те знают, о чем говорю. Прекрасный храм построили баптисты. Такой, ну, собор просто, собор. Там купольный, значит, там крестовый, все как положено вообще, прекрасно. Вот даже не подумаешь, там лебеди плавали, летом был я. Там, значит, такой пруд такой, ну, видно, искусственный пруд. Лебеди запущены, такие дорожки, такая идиллия. Кругом бардак, там едешь, значит, дорога такая, ну, ужасная, конечно. Пусть Бог помилует, кто там разворовал все эти деньги на ремонт дорог и строительство, которое выделялось и выделяется.
пусть Бог помилует их, и пусть деньги эти наворованные вернутся не только в казну, а в дороги, и пусть дороги там будут, и вообще по Украине благоставляют дороги во имя Иисуса Христа. Вот, потому что освобождаться нужно и здесь в сердце, и во внешнем освобождение приходит. Так что дураки дороги – это проклятие древнее, но от него освобождение одно – перестройка, новое мышление, перестройка, новая формация, новое мышление через кровь Иисуса Христа. И вот я когда в Виннице был, такая красота, думаю, надо же. Вот, и город во многом, к сожалению, был тогда загажен, значит, очень сильно. Дороги, здания обшарпанные, там все. А туда приезжаешь к этому месту, там все вылизано, вычищено, травка покошена. Вообще такая красота, как будто бы вот среди хаоса, среди этого помойки, вот такое, такая жемчужинка. Вот это, да, думаю. А мне рассказывает пастор Фредерик Анкайтеллер, пастор Церкви Христа Воскресшего. Он не баптист, он писатник, харизмат даже. Вот, но рассказал интересный момент. А вы знаете, вот отец Сергей, а вот это место, где баптисты построились, это была помойка городская, свалка. Сюда все сваливали, помойка. И баптисты, говорит, еще там в 90-х, начало 90-х, выпросили, выкупили эту землю, просто помойку. И сделали жемчужинку, вылезали все там, вычистили вообще, значит, там выстроили фонтанчики, значит, там этот, ну, что там, пруд этот с лебедями. Городские жители приходят теперь сюда и наслаждаются. Хотя бы в городе хоть есть такой островок, ну, цивилизации. Думаю, вот это да, молодцы, братья-баптисты, думаю, вот это да. Они взяли вчерашнюю помойку, это образ такой для меня был очень хороший. Вот помойка, это как образ вот, человеческого сердца, разума, захламленного всякой бесовщиной. Вот потом духовное возрождение, перестройка, все это расчищается, и строительство, и прекрасное здание, и пруд тебе с лебедями, и все, что хочешь. Слава Богу! Поэтому Господь, Он действительно прощает, исцеляет и перестраивает нас, слава Богу! Поэтому, если даже если в разуме сегодня в твоем в сердце помойка, завтра дворец и пруд с лебедями, все прекрасно. Позволь только Божьему Слову вымыть, вычистить это, да, все. Доверься Богу Святому и скажи: Господь Иисус Христос. Потому что люди разные смотрят эти видео, я потом видел по комментариям, уже потом приходили сообщения тоже мне. И вот я понимаю, что не только верующие люди смотрят, и те, кто может на пути к вере, хотя все верующие в принципе. Тот же самый Достоевский Федор Михайлович, которого я уже сегодня цитировал, так вспоминал-то добрым словом. Он говорил так, что абсолютных атеистов в природе почти не существует. Он так говорил. Интересно очень. И он сказал дальше, что абсолютно атеист – это либо абсолютно негодяй, либо абсолютный идиот. А все остальные люди во что-то веруют. Все равно, во что-то, даже самый закостенелый атеист обычно, у него есть какой-то островок, даже на самой помойке, бомжатники, казалось бы, да, что, но что-то светлое такое есть, есть что-то хорошее. Вот. И, знаете, конечно, ой-ой-ой, Господь, помилуй. Спасение наше, это нужно принять. Заработать бесполезно. Помойку это будешь разгребать, всю жизнь разгребать, а еще больше будут наваливать. Еще больше будут. Это опыт уже 5779 лет истории человеческого рода на этой планете. Очень ярко это все иллюстрирует, дамы и господа. Светлые умы человеческого рода, Индокитая, греко-римской цивилизации, да и всех цивилизаций известных нам, египетской цивилизации, африканской цивилизации, да. Вот, даже индийских цивилизаций, инков, майя, хотя о их учениях мы мало знаем, но из того, что известно, по крайней мере, то, что переведено, то, что известно, это скажу, что человечество рано или поздно приходит, человек приходит к тупику, что невозможно спасение, невозможно. Но есть океан Божьей любви, есть, и это не миражи, это не сказки, это не призраки, это настоящее. Дьявол мастер миражей всяких, а Иисус Христос, он наоборот, он рассеивает всякий мираж, дает реальное спасение. Поэтому помолимся, поблагодарим. Атеист – это глубоко верующий человек, он твердо верит, что Бога нет. Да, в принципе, я тоже где-то такую мысль слышал уже, да, это точно. Вот, но, опять-таки, Евтушенко, поэт наш, да, уже покойный уже, Царство Небесное, да,
хороший был человек, очень добрый человек. И Евтушенко, он говорил, что в окопах атеистов нет. В окопах атеистов нет. В Украине говорят, як тревога, так до Бога. Вот, один из наших священников рассказывал, они ездили в АТО, тогда еще, значит, несколько лет назад, только начиналась там вот война, значит, ну, страшное дело, конечно, уже 5 лет уже война эта продолжается, безумная война. Молюсь за Россию, молюсь за Украину, пусть она прекратится, это страшная война, и информационная в том числе война, пусть прекратится во имя Иисуса Христа. Вот, и, так вот, они ездили туда. И там, значит, на одной, там, как блокпост называется, да, значит, там 10 было хлопцев этих, они молились, исповедовались, причастились, вот как бы так, ну, принимают Христа, всегда соглашаются, да, Иисус Господь, все. Кроме одного, один встал в позу такую атеистическую и говорит, я, говорит, атеист, извините, батюшка, я, говорит, не верую. Ну, ладно, что ж, насильно мил не будешь, как говорится, да. На весь свет, как говорится, караван не испечешь. Ну, ладно. И потом уже офицер. У капелланов наших не было машины своей, поэтому они были привязаны к машине офицерской. И офицер уже говорит, нам пора ехать уже. Все, батюшки, говорит, извините, давайте. Ну, как раз уже закончили, в принципе. Все, помолились, уже причастились. И в машину. И поехали другой там блокпост какой-то проведывать. А потом выяснилось. Да, они уже были, проехали уже далеко. И потом оттуда звонят. Там со слезами, соплями, значит, все, значит, там исповедуется прямо. Батюшка, здесь такое произошло. Короче, оказывается, представляете, что произошло? Вскоре после того, как машина уехала, офицерская, этот блокпост накрыло градами. Там места живого не было. Вообще, все было раскурочено. Короче, у хлопцев шансов не было никаких выжить. Все эти 10 человек, они должны были бы погибнуть. Но все выжили. Это невероятно. Они потом сами говорят, ну, это невозможно. Они потом проанализировали, когда шок, этот стресс прошел, проанализировали, кто где валялся. Не было возможности даже просто, настолько все внезапно, даже куда-то прыгнуть. Ну, кто в грязь, просто в ров какой-то, кто еще к нам. Но вся земля была перековеркана. Это было прямо вот, ну, прямо туда, на блокпост стреляли. Значит, но самое интересное, все выжили, ну, отделались там травмами, такими легкими ранениями, царапинами, но все были живы, даже не было тяжело раненых. И вот тот атеист, он каялся. Тот атеист, он каялся, молился. Иисус, Иисус кричал. То есть все. Представляете, значит, он как бы так вот перед священником, перед офицерами, там, как бы он себя в позицию такую атеиста показал. Но когда накрыло градами, он вопил к Богу. Он вопил. И знаете, Бог совершил чудо. Все эти 10 хлопцев выжили. Никто из них не погиб. Наверное, эти террористы были в шоке. Потом, наверное, когда, может, и узнали, не узнали они, не знаю об этом чуде. Но они думали, наверное, все, от этого блокпоста ничего не осталось. Но, на самом деле, там ничего не осталось, все было раскурочено. Но люди были живы, все были живы. И потом батюшка потом уже был, уже у них общались они. Тут атеист плакал, каялся, Иисус. Все. Он уже и причастил. Да, кстати, просили снова заехать, причастить раненых. Опять начал вот этого хлопца этого. Ну, который еще там сколько-то минут назад был атеистом, одним словом. Пусть Господь благословит вас, дорогие друзья. Во имя Иисуса благословляю всех вас. Сегодня, вот, вообще в эти дни мы вспоминали кровь невинных жертв и на Майдане, и вот, и войны, это трагедии, продолжающиеся уже 5 лет этого безумия. Но знаете, друзья, есть кровь, которая громче, чем кровь всех невинных жертв этой земли. Кровь, которая громче, чем кровь Авеля. Кровь Иисуса Христа, нашего Господа, нашего Спасителя. И сегодня я совершаю причастие и призываю вас к этому, друзья. Давайте скажем, даже если вы атеист, скажите, не похудеете. Скажите, Иисус Христос, ты мой Господь, ты мой Царь. Иисус Христос, я не знаю, может, тебя даже, но ты знаешь меня. Бог, я даже, может, ну, о тебе мало что знаю, мало что слышал или слышал что-то такое нехорошее, но я знаю, что ты есть и ты хороший. Благослови. Я просто доверяю, что ты есть и ты хороший, ты благой, ты любишь меня. Даже если я слышал другую информацию какую-то, ты любишь меня. В Слове Божьем говорится,
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую, во Христе Иисусе, Господе нашем, это дар Божий для всего истрадавшегося человечества». Слава Господу! Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, братья и сестры, и совершаем причастие, Евхаристию, хлебопреломление. Совершается не просто ртом нашим, а желудком нашим. То, что входит в нас, оно и исходит, чем очищается всякая пища, Иисус говорил. И это не может нас осквернить или осветить тем более. А что же нас оскверняет или освещает? Наш, вот, то, что в сердце, то, что в разуме, это нас либо оскверняет, либо освещает. Что сейчас происходит при хлебопреломлении? Налейте себе соку, возьмите хлеба. Нет сока, налейте просто воды. Налейте просто воды, возьмите хлеба любого. Самое главное сейчас, кушая и выпивая все это, размышляйте о теле крови Христа и скажите: «Иисус, спасибо! Иисус, спасибо, что Ты умер за меня! Твоя святая кровь, она омыла меня от всякого греха! Еще 2000 лет назад, но я этого не знал или мало понимал, сегодня я это больше понимаю, или я сегодня это открыл для себя вновь! Иисус Христос, Ты мой Господь! Иисус Христос, Ты мой Царь! Ты мой Освободитель! Я люблю Тебя и благодарю Тебя за все! Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь, за тело и кровь Твои. Кушайте, пейте тело и кровь Христа. Аминь. Аллилуйя. Спасибо. Аминь, аминь, аминь. Спасибо, возлюбленный. Спасибо, Господь мой. Спасибо, Царь мой. Брат мой и друг. Спасибо Тебе, Утешитель. Спасибо. За жизнь мира. Спасибо. Аминь, аминь, аминь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. 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 Иисус, спасибо. Мой Бог, спасибо. Господь, спасибо. Спасибо. Спасибо, благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою Ты отдал. О, спасибо, Господь, спасибо. Мой Бог, спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю, что свободу мне дал, исцеление мне дал, освобождение мне дал, что за меня жизнь свою Ты отдал. О, спасибо, Иисус, спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Братья и сестры, благословляю вас, возлюбленные дети Божьи. Ты возлюбленный Сын Божий, возлюбленная дочь Божья.
мы возлюбленные дети Божьи, любимые дети Отца нашего Небесного. Благоставляю вас всех, братья и сестры мои во Христе, благоставляю именем Господним. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас. Здесь тоже пишут спасибо вдохновенно, аллилуйя, аминь, 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 благословенно Господь наш, еще самого себя видав за грехи наши, аминь, аллилуйя, аллилуйя. Благоставляю всех вас из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Сегодня вечером подключайтесь в 6 часов вечера. Во вторник утром в 6 утра подключайтесь. И вечером, я не знаю, получится ли во вторник, потому что я еду попутно машиной во Львов. Вот. И во Львове буду проповедовать в среду вечером на Стрийской в церкви Агапа. Значит, а в воскресенье, в неделю на Лемківській, в церкви «Більша благодать». Так что до встречи во Львове тоже. Я надеюсь, что со Львова получится у меня делать тоже трансляции. Ну, по крайней мере, с телефона буду стараться делать на служениях трансляции. Буду делать записи на камеру, чтобы можно было в интернет все это выставлять. Молитесь о поездке предстоящей. Пусть Бог благословит. Через неделю снова тогда здесь, в Киеве. Так, ведите трансляцию из Львова. Да, буду стараться. Я молюсь об этом тоже, об устройстве всего. Слава Богу. Да, и напоминаю, что можете и финансово участвовать тоже в моем служении Господу. Пополняйте мобильные номера. В Украине это Киевстар и Лайф. В России это, с территории России это МТС и... как называется, Теле2, все забываю. Они есть под этими видео всеми. А на Стрийской, яка година, о 19.00, там получается, да, 7 часов вечера, короче, служение у них, в среду. Я информацию выставлю на Фейсбуке, на своей основной странице, вот, и в социальных сетях опубликую обязательно объявление-то, и в своем блоге, адрес моего блога тоже есть там, ну, и строка эта есть тоже под этими видео. Если что, набираете просто архиепископ Сергей Журавлев, и там попадаете как раз вот на мой блог, где информацию выставляю я. Все, благоставляю, обнимаю, целую всех во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Аминь. Дякуючи Богу, дякуючи Богу, мы знайшли дорогу, в рай дорогу.